культурно-спортивном комплексе «Уникс» прошло мероприятие «Скажи наркотикам нет» для кураторов академических групп, где обсуждались актуальные темы о профилактике зависимости и меры психологической помощи наркозависимым людям. Для кураторов в течение года проводится много мероприятий, именно направленных на профилактику социально-негативных явлений. Эти мероприятия направлены на пропаганду здорового образа жизни и отрицательного отношения к алкоголю, наркотикам, табакокурению и другим зависимостям. Встреча проходила в формате диалога и проводилась одновременно в двух аудиториях. В одной из них освещались виды зависимости и их причины, в другой были рассмотрены юридические аспекты, где озвучены статистические данные. В первом квартале 2022 года в Республике Татарстан к уголовной ответственности за участие в незаконном обороте наркотиков привлечено более 430 лиц. Из них более 190 человек относятся к категории от 18 до 29 лет. Это говорит о том, что именно молодежь чаще всего попадает на уловки наркобизнеса для того, чтобы стать распространителями или сбытчиками наркотических средств. Данная акция проводится ежегодно в рамках Международного дня борьбы с наркозависимостью. В этом году обстановка позволила провести мероприятие в очном формате. Виктория Козырева, Фарид Захитоглы, Универньюз.